Демонстрация возможностей пожарной техники стала уже традиционной и приурочена ко дню пожарной охраны. Выставлена техника, такие автоцистерны, как коленчатый подъемник, автолестницы пожарные, пожарно-насосная станция у нас там стоит, автомобиль связи, освещение. Техника вызвала неподдельное восхищение, интерес и у взрослых, и у детей. Особенно красные спасательные машины впечатлили дошколят. Мне понравилось, что дядя выливает вон там вверху. И машины еще пожарные тушили импровизированный огонь, поднимались вверх на стреле подъемника и даже прыгали с высоты на подушку безопасности. Татьяна Елисеева, Эмиль Хуснутдинов, новости Димитровграда.